Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим простой, но очень вкусный салат с отварным мясом и свежим огурцом. Для салата нам нужны будут следующие продукты. Один свежий огурец, 250 граммов отварного мяса, у меня утиная грудка, зеленый лук, 2 отварного яйца, 1 зубок чеснока, 4 столовые ложки майонеза, соль, перец добавляем по вкусу. Отварную утиную грудку нарезаем мелким кубиком. Отварные яйца также нарезаем кубиком. Все ингредиенты салата нарезаются мелким кубиком. Я огурец очищаю от кожицы. Также нарезала его кубиком и как можно мельче нарезаем зеленый лук. Очень простой в приготовлении салат, но действительно вкусный и сытный. Часто готовлю для своей семьи. В миску перекладываем все нарезанные продукты. Добавляем обязательно зубок чеснока. И заправляем салат домашним майонезом. Рецепт есть на канале и будет в ссылке под видео. Нет вкуснее майонеза, чем майонез, приготовленный в домашних условиях. Пробуем на вкус. Добавляем соль, перец. Обязательно черный молотый перец. И немножко соли. Салат готов! Готовьте в удовольствие и радуйте свою семью только домашней едой. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!